наши, скажем, западные партнеры, они так настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны можно направлять без виз, а к нашим соседям, а к себе брать они без виз не хотят. Это что за такой просто унизительный какой-то подход к решению этого вопроса?